Димас, звоним тебе, короче. Алло, чё ты где? Ну ладно, короче, сиди там сейчас. Пацаны, мы, короче, приехали и охуели. Нас никто не встретил. Мы просто охуели. Нас никто не встретил. Главное, подожди, нас никто не встретил. Еще сказали, приходите к нам. Нахуй мы, блядь, сами не знаем, куда идти. Мы все договорились встретиться на Октябрьской. Ну, на Октябрьской. Вон, Стасян там сейчас где-то. Стасян где-то, блядь, у Высоцкого там. Ну, у Высоцкого. Пиздец, блядь, лысого гоняет здесь, блядь. Спрятался. Ну, а мы, короче, идем до Октябрьской площади. А я пизду, ссать хочу. Может, он туда пойдем сейчас посым? Нет, нахуй, нам пизды. Ты видишь, тут, блядь, блатной, типа, дом. Да мы тоже блатные так-то. Да, блядь, Никита, сейчас терпи, нахуй. Я же как терплю, блядь. Да, блядь, так-то тут в натуре поссать можно. Вообще опупенно. Сечки бомбони, хэббл бэббл. Этот, Дэн, тебе здорово. Хэббл бэббл. Сечки бомбони, все дела. Короче, все. Отлил смазку, двигаю дальше. Вон, Вантус. Вот он, здорово. Че, ты поссал? Да, поссал. Как ты заебал, Никита, ты хули, блядь? Не, вот я паникер, блядь, а ты какой-то, знаешь, как, блядь, хозяйственный такой, нахуй. В одной руке, блядь, банка, другой пауэрбэнк с телефона. И еще и ссать хочу, не знаю, что делать, блядь. Да, да я просто на фокусе. Ну вот, короче, мы... Это площадь? Не, она вон с той стороны. А это что, набережная? Да, это набережная. Блядь, давай на набережную сходим, на пиздец. Нам сейчас как раз по набережной можно и пойти на Октябрьскую площадь. Сиганёк, да ты чё очкуешь? Ванамаз, блядь. Пойдём. Иди-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 
Как вы думаете, что опять случилось? Мы пришли на Октябрьскую площадь, и тут опять никого нету. Пацанов вообще нету, ни одного. Так мы, блядь, первый раз пришли на хуй, ты говоришь опять. Так мы нас еще где должны были встретить? А, ну, да. Вот. Короче, Димас должен прийти оттуда, с вокзала. Стасян должен прийти вон оттуда, от Высоцкого. Ждем пацанов, пацаны. Goodbye, baby girl. Ребята, сегодня, в этот знаменательный день, я хочу поднять бокал, блядь, бокал, за нашу поездку в Екатеринбург. Вот этот прекрасный город, прекрасный. Просто самый чистый, блядь, короче. Вот этот прекрасный город, я хуярю флэш. Выпьем и закусим за это. Пошла. Заебись, вафля зашла. Отвечаю, пацаны. Отбой. Пацаны, я увидел, короче, Стасяна. Вон он, идет. Ебой, блядь. Ебой. Это ты взял в спортмастере, сука, не осталось. Здорово, размеров, блядь. Че ты? Как тут? Что-то как дела, Стасян? Как доехал? Как доехал? Хорошо. Как в гробу. Все, пацаны.
спустя час и мы встретили Димаса. Точнее, он к нам пришел. Сейчас он идет. Сука. Че? Я пиздец. Гриш. Никита. Я вообще пиздец. Скажи пару слов для влога. Я тебе хочу сказать, Никита, стоп. Все, короче, все начали собираться. Дима спит. Бухарик. Ебаный в рот. Что, все, что ли, пошли уже? Ну, уже пошли тогда. Здорово всем, ебать. Все, полиция. Свой Russian Street, нахуй. Блять, надо сигу закурить. Это пиздец вообще, я говорю. Он мне камеру дал, я сразу охуел. Сейчас надо прикурить. Дайте зажигалку, а? Че, все, погнали что ли? Ну, душу. Короче, пиздец, пацаны, я вообще в ахуе. Спали на вокзале, на лавке. На вокзале что-то пацаны хотели замутить там. Сейчас подожди, надо тоже переодеть за свои какие планы, что ли. Стой тут нахуй. Вот, все, сейчас буду рассказывать вам. Короче, пиздец, пацаны, я тут нахуй приехал в ЕКБ вчера сюда. Ну и все, хули. А, суть-то в чем была? Ехали мы на электричке, короче. Там нихуя, короче, мусора замутили хуйню одну. Я тебе говорю, я охуел. Выхожу, значит, я на остановке. Остановка 40 минут, нахуй. Они ко мне подходят. А я этот, выхожу, хули. Такой это, на лестнице прикурил сигу и спускаюсь. Ко мне сразу какой-то тип отходит с корочками. Типа так и так, и там, черт ебаный. Я говорю, ну ладно, хуй с тобой, говорю, пошли. Все, он мне, давай протокол составлять. Че? Не. Слушай, дальше, короче. Давай с меня, короче, спрашивай. Ты, говорит, нахуй там куришь? Я говорю, слышь, говорю, че мутишь, мужик, долбоеб, что ли? Я говорю, блядь, еду в Тюмени, в Екатеринбург, ты мне сейчас хочешь штраф выписать? Он говорит, да. Я говорю, напиши, хули. Все, он мне написал штрафу 300 рублей, хули. Еще заставил, сука, писать, что я, типа, не обязуюсь больше нарушать, нахуй. Весь, блядь. Че? Да там, Тёма, знаешь, Тёма, это мелкого, блядь, пидор. Ну, блядь, волосатый, который. Да хай пидор. Со мной ходил такой, долбоёб. А, но. Ну, блядь, спрашивает, говорит, сейчас только что, блядь, чё, говорит, Ваня, это с тобой в ЕКБ, типа, Никита? Я говорю, да. Он говорит, типа, да. Говорит, а меня было сложно позвать, на кусам полета проебывался, хуй пойми где. Сейчас, говорит, сложно было. Все, это хуйня, короче, то, что он рассказывает, хуйня это все. Пидор. Он. А что так рано-то пошли, я даже не выспался. Так там поспишь, нам еще только в час. Реально, мы туда придем и там можешь в яму лечь и спать. А сейчас сколько? А сейчас еще лет 9, ну, в чем-то. Ну, мы придем как раз. Короче, сейчас на банку въебать все будет охуенно. Банку чего? Страйка, нахуй. Бля, это пиздец, короче. Че ты, сучара ебучая? Пизды домой. Ты че? О, так тут же экран есть. У нас, сука. О, пойдем, сфоткаешь? Ну-ка сюда иди. Пойдем, иди сюда. Сфоткаешь. Кого сфоткаешь? Ебана. На, сука. Что, сука? Иди нахуй отсюда. Иди нахуй отсюда. Чего, сука? Да нет, ты нахуй не нужен. Вот этого пиздить надо, пидораса. Иди нахуй отсюда. Ебать, братан, ты че? Братан, ты че, братан? Ты че мутишь-то, братуха? Короче, это, хуйня это получается. Не на банку въебать. Чтоб нормально все было. Ты че у него там теребонькаешь что ли? У зайца тут? Ты там не умничай, сука. Ты че делаешь, вандал ебаный? А че с ней опять?
Слышь, что с ней? А что она тут с ней опять? Что с ней, блядь? Сука. Работаю. Телега. Ну и все, хули. Штраф мы выписали, 300 рублей. Давай, Ваня. Вот молодец. Ой, какой хороший молодец. Ну ты, сука. Пизда тебе на районе. Понял? Понял меня, сука? Ладно, иди сюда, давай мириться. А, сейчас еще кино прилетит, да? Чё, сука? Чё, сука? Кто-то наблевал. Чё это? Чё это за харчок? Харчок? Чё это? Стоп. Тут блевняк какая-то. Заебали своими покемонами? Пиздец. Ну, блядь, покемонов буду ловить, бегать сейчас. Вокзал, там. Зачем вокзал? Зал. Туда нам, там зал. Мы пойдем в где зал-то, блядь? Там, ёпта, в той стороне. Точно? Да, блядь, мы, блядь, вот оттуда пришли, получается. Пошли, по картам посмотри. О, Никитос, посмотри по картам. А, вот, да, вон туда он говорит. Заодно покемона, может, поймаешь. Ну. Ебать, покемон, блядь. А кто тут у нас? У нас тут покемон, да? А кто тут у нас? У нас тут удочки. Пацаны хуйней занимаются, короче. Пиздец. Сейчас всю память нахуй займу, Никитос. Да. Ничего не началось, я уже заебался просто. Просто заебался еще. 12 часов. Я уже заебался. Бля, еще ничего не началось. Я уже заебался. О. Привет. Здорово. Да, я банка стоит на железную. А уезжай с ворам. Адреналин. Короче, да. Это пиздец. Мы пошли, поссали. Никита за гаражом возле какашечки поймал покемона. Редкого какого-то, хуй знает. Они сами даже не знаю, программка не вывозила. Залагала все нахуй. Все, давай пойдем. Туда, пошли. Давай пойдем.